Как сделать дороги не только качественными, но и безопасными – ключевая тема круглого стола в региональном Минтрансе. В 2019-м в Самарской области в рамках профильного нацпроекта обновили 91 участок трасс общей протяженностью 257 километров. В этом году отремонтируют почти 243,5 километра автомобильных дорог. Ежегодно органы власти совместно с ГИБДД выявляют аварийно-опасные участки и определяют виды работ, чтобы повысить безопасность. Мы же должны стремиться не только делать качественные дороги, да, но и безопасные в первую очередь. То, что основным показателем является уменьшение очагов аварийности и, соответственно, уменьшение количества жертв. Эта проблема, она действительно на всей территории Российской Федерации есть, нам есть к чему стремиться. Лидеры движения УНФ «Убитые дороги России» провели инспекцию магистралей Самарской области и высказали ряд предложений по дополнительному оснащению проезжей части. Президент ставит задачи по безопасности дорожного движения, и в своем майском указе он как раз говорил о том, что надо в два раза снизить количество ДТП и в три раза количество жертв на дорогах. Наша задача обобщить, выбрать лучшее, то, что применимо для нашей страны, для наших регионов, что будет реально работать и приносить пользу. В списке мероприятий оборудовать дороги замедлителями скорости при въезде в населенные пункты, организовать круговое движение на перекрестках, обустроить левые повороты с островками безопасности. Помимо этого, в Самарской области предложили рассмотреть возможность реализации проекта «Аккуратный водитель». Его смысл в поощрении автомобилистов, которые не нарушают правила дорожного движения и соблюдают скоростной режим. Мария Шпакова, Сергей Александров, Новости губерния.